Услышать пение юных прихожан Петропавловского кафедрального собора можно чаще. Голоса малышей и подростков сливаются в унисон во время выступлений хора. Для пожилых прихожан церкви дети приготовили праздничный концерт. Это стало возможным благодаря купленной музыкальной аппаратуре на выигранные средства в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива 2018». Праздник по случаю Дня пожилых людей прошел также при финансовой поддержке этого конкурса. Для старшего поколения накрыли стол с угощениями и вручили памятные подарки.